Привет, ребята, добрый вечер. У нас сегодня вторник, и мы с мужем. Я все думала, о чем я вам сниму видео на этот четверг. Как всегда, много всего, но хочется самые горячие новости. Вот, так на самом деле я в конце дня вообще никакая. Но еще приболела немножко. И мы с мужем решили, что пока здесь его мама, сходить в кино. Воспользоваться моментом. Вот мы уложили уже одного ребенка, второго укладываем. Сейчас время 8 часов вечера. Мы проверили, ну, что в кинотеатр хочется идти, для какого фильма. Для какого-то такого с эффектами, который ты не посмотришь на домашнем телевизоре. Естественно, есть всякие драмы, всякое такое. Но один из фильмов, который мы для себя сейчас подобрали, это «Миссия невыполнима». «Mission Impossible», новый фильм, сейчас вышел. Идет он, конечно, 2 часа, и сеанс начинается в 10. Костя, во сколько в 10? В 10.10 начинается сеанс. Это значит, что начинается реклама, а в 10.30 только начнется сеанс. То есть такое по-взрослому кино. Мы думали, что где-то на какой-то сеанс 8.30 в 9, но такого сеанса не оказалось. Я уже в полусонном состоянии, но я хочу идти. Поэтому сегодня я вам сниму о том, как мы пошли в кино. И мы сейчас вот хотим посмотреть. Сегодня, кстати, еще вторник. Во вторник на билеты скидка 50%. То есть вместо 14... Сколько? 20. Как 20? Ты сказал, вместо 14 7. Ну, вместо 14, вместо 12 8. А, окей, вместо 12. Ошибочка, сразу поправочка. Вместо 12 долларов 8 долларов. Такая скидка во вторник, потому что мало кто ходит, середина недели. В общем, короче, мы еще и по скидке сходим в кино. А помимо этого у нас еще на наши дебетные карточки набрались очки. А там тот, кто в Скошьебанк находится, так им за эти очки дают бесплатно. Там, когда набираешь, по-моему, 4 тысячи или 400 очков, или 4 тысячи, то тебе дают бесплатный билет. Вот. В общем, мы набрали уже с Костей, так мы воспользуемся бесплатным билетом за полцены практически. Вот, так что мы идем в кино. Пошли. Так, вот как раз мы заказали уже билетики. Пришел confirmation на мой email, что мы их приобрели. Ну, давай, открывайся. Вот, все, это вот то, что мы купили. Confirmation. С этим confirmation мы подойдем к возле касс. Можно будет вытащить этот билет и уже пойти в кино. Так что мы идем на 10.10, на «Миссию невыполнима» новую. Ху-ху! Сейчас надо идти готовиться. Одеваться там, расфуфыриваться. Итак, ну, сейчас вот мой прикид. Это моя комната, в которой вся тут моя косметика. То есть это не комната, на самом деле. Наша душевая, ванная, туалет. Это наша в спальне комната. Мы у меня здесь... Мы не пользуемся практически по назначению. Здесь все мое. Всякие принадлежности. Так что сейчас помоюсь и буду приводить себя в порядок. Так, ну, все, я помылась. Немножечко уложила причесочку. Я не знаю, видно, вот видно. Подкрасилась, вот видно меня. Да. И немножечко уложилась. Все, сейчас вы увидите меня в полном зеркале, уже когда я пойду туфли одевать. Я собрала, вот. Все. Все, мы пошли. Родители идут отдыхать. Так, ну тут плохо видно при этом свете. Что там и как там, ну. В общем, как-то так. Бай, мы пошли. Все, вот мы едем. А, ничего, подожди пока. Вот тут все выворачивают, мы едем. Костя, как всегда, ест, он никак не может наесться, он боится, что он вдруг проголодается. Вот плохо видно. В общем, родители поехали, а дети остались. Так что мы едем в кино. Это вообще, Костя, это первый раз, когда мы были последний раз в кино? Когда? В Израиле. В Израиле, правда? Наверное. Я думаю, «Аватар» это был наш последний фильм. Да, «Аватар», да. «Аватар» это был наш последний фильм. То есть мы по отдельности еще ходили. Я с Идо ходила, Костя с Идо ходил. Но я так думаю, что последний раз это был «Аватар». «Аватар» был, когда уже Идо родился. Моя мама сидела как раз с Идо, я как сейчас помню. Мы были на «Аватаре». Ну, ребята, вот так вот. Давайте теперь вспомним, когда вышел «Аватар», в каком году. Так что вот все, мы едем опять в кино. Не прошло, так сказать, и, наверное, 5-6 лет. 5 лет, наверное, где-то в 2010, я думаю, это было. Вот так вот, ребятки. А
мы приехали. У меня в кармане. Ну хорошо, я оставлю ее. Все, мы приехали, мы идем. Все. Я вот так вот. Я снимаю, потому что было видно, что Silver City. Костя сказал, что он не хочет со мной сниматься в кадре. Господи, я в какую-то жвачку наступила. Вот, ну, в общем, короче, одним словом, вот мы приехали, и мы идем проводить наш вечер. У-у-у! Так, вот билеты уже у нас на руках. Это Костин, это мой. Мы их вытащили в машине. И сейчас мы с ними пройдем, покажем их где-то на проверке. Вот тут мужчина стоит, которому мы покажем. А он нам скажет, куда идти. Hi, how are you? Так, нам надо в четвертый идти, в четвертый. Он посмотрел, 4, он сказал 4. Вот люди. И вот мы идем. Кому надо в туалет? 5, 6, 4, 2. Два. Вон 4, туда. Сюда вообще нет очереди. А на что стоят? На Black Mass какой-то? Нет, или на что это? Новое там, на визитерское какое-то. Все, заходим. Куда ты хочешь, Костя? А? Бенджи. Where is Ethan? I can't talk right now. Вот так вот. Сейчас время 12:30. Вот немножко видно. Я уже сплю, сижу. В общем, короче, вышли мы сейчас с этого, хотел сказать Джеймс Бонд. Вышли мы с этого, миссия невыполнима. Ну, как всегда, летает, прыгает, не умирающий. Практически не стареющий. Не, ну уже постарел уже он, конечно. Все-таки ему уже сколько лет, Крузу-то. Вот, так что, ну, было, конечно, интересно, много смешных моментов, много моментов, которые вообще, ну, в общем, конечно, я уже спала, сидела в конце, думаю, господи, когда же они уже закончат, но, в общем, конечно, это классно, было достаточно много людей, правда? Нет, это неправда, я посчитала, только лишь внизу возле нас сидело 30 человек, и сверху сидело, я думаю, не меньше, где-то, я думаю, было около 50 человек. Что есть неплохо. 50 человек с нами сидело, смотрело кино. Очень хорошо. Ой, меня все видно. Все, спокойной ночи. Бай-бай.